Верующие отмечают Пасху с особым торжеством и радостью, приветствуя друг друга словами «Христос воскрес!». Праздничные богослужения проходят сегодня во всех костелах страны. Сюда приходят целыми семьями, ну а дома – освященные яйца, куличи и, конечно, подарки детям, близким и друзьям. Тему продолжит Анастасия Бенедисюк. Мама в лучших традициях готовит всегда по одному рецепту. Мы своей семьей все время стараемся что-то, наверное, новое приготовить. К этому празднику верующие готовятся 40 дней. Именно столько Христос был с учениками после своего воскресения. Избавиться от смерти – так переводится само слово «Пасха». Им же именуют и куличи. В семье Пономаревых приготовлению сдобного блюда подход особый. Обязательно 8 рук и только с добрыми мыслями. Стараемся стать немножко лучше. Немножко лучше для своих детей, немножко лучше для своих родителей, немножко лучше, как муж и жена. Пасху, кстати, на столе не куличи голова всему, а яйца расписные и освященные, как символ новой жизни. И дарить их принято сперва родным, близким, затем знакомым и даже прохожим. Тем самым, желая благополучия и здоровья, сразиться в битве крашенками Матвею и Софье еще только предстоит. Софийка, скажи, почему ты любишь Пасху? Я... Бабушки и дядки, и вся наша семья смеется. Будет много радости. Приготовление пасхального стола стараются закончить в Великий Четверг, чтобы ничто не отвлекало от служб Страстной Пятницы, Дня выноса Святой Плащаницы и молитвы. К ней же, говорит мама Ольга, в их семье особое отношение. 6-летний Матвей и 3-летняя Софья весь пост молились за больных деток. Аккуратненько, горячее. Аккуратно. Смотрите, какая румяная получилась. Накануне в католических храмах Беларуси прошла пасхальная вигилия. Продолжаются богослужения и сейчас. Сюда приходят целыми семьями. Для детей, кстати, отдельная служба. Светлый день, наверное, должен быть в душе и в сердцах каждого человека. Вот мы с ребенком всегда его празднуем. Все вместе, дружной семьей. В этот день хорошо вспомнить и родных, и близких, и ушедших, и тех, кто с нами. И чтобы все у всех было хорошо. Мир, спокойствие, душевное равновесие. Чтобы вот та любовь воскреслого Иисуса дотронулась до сердца каждого. И каждый мог в эти светлые, святые дни пережить такую радость. Радость преображения, радость очищения, радость, семейную радость, радость общения. И, ну, как бы, и был счастлив. Анастасия Бенедисюк, Яна Шипко, Алена Сурова, телекомпания СТВ.